После года борьбы успешно завершился первый этап судебных разбирательств. Между членами данного кооператива на 16-й станции Большого Фонтана возник конфликт. Одна из жительниц жалуется на соседа, который самовольно решил построить дом, захватив часть чужой земли. Сосед в своих действиях нарушений не видит и решать проблему не спешит. Дачный кооператив на Золотом берегу. С виду ничего необычного. Стандартная, как для участков у моря, плотная застройка, практически стена к стене. Но порой владельцы домов такому архитектурному решению отнюдь не рады. И на это у них множество причин. Одна из таких, к примеру, самовольный захват части соседнего участка, произошедший здесь во время строительства. 15 декабря, в мое отсутствие, через мой участок был залит фундамент под этот дом, через мой участок. И потом началась активная стройка, то есть сначала надо было подождать до где-то середины января, чтобы фундамент остыл, и началась монтажная работа, которые производились буквально за месяц. Там уже возведен был за пару недель первый этаж, потом второй этаж. И вот так вот в недельном режиме из прессованного дерева были возведены три этажа. Фактически, говорит Оксана, произошел захват части ее участка по фундаменту, и даже нависающие над землей соседские балконы отобрали ее квадратные метры. Доказательства своих слов женщина показывает соответствующие документы, фото и видеоматериалы. Рабочие спиливают крышу дома Оксаны, которая мешает их строительству. Вот срезают крышу. Сегодня 2 февраля. Она уверена, что под видом задекларированной реконструкции сосед попросту построил себе трехэтажный дом, при этом грубо нарушив правила пожарной безопасности. Ведь, по ее словам, дом собран из древесно-стружечных плит. Ситуацию усугубляет расположение строения. Оно выросло между двух принадлежащих женщине домов, один из которых теперь нуждается в срочном ремонте. В апреле какие были штормовые предупреждения, какие вообще у нас весной-зимой погоды. То есть все это увлажнилось, затекло, и вот результат, подарок от соседа, вот такая загрибкованная стена. Беды от примыкающего строительства на этом не закончились. Окна второго этажа заблокированы соседской стеной, а нависающая над дымоходом крыша сделала камин в доме абсолютно бесполезным. Отстоять свою собственность и права Оксана отправилась в суд и в мае этого года добилась отмены ранее утвержденной ГАЗКом декларации. Однако сосед это решение захотел оспорить. Выяснилось, что после начала строительства он переоформил дом на свою гражданскую жену. Это моя воля, я действительно подарил этот дом. Дом принадлежит Селивановой Анне Владимировне. Она мать двоих детей, отцом которых я являюсь. В течение 3 месяцев пронеслась череда заседаний, и долгожданное решение, огорчившее соседа, получено. Апелляционным судом оставлено в силе решение первой инстанции, которое отказало в декларациях, которые выдавался ГАЗК. Это одно из подтверждений, то, что управлением ДАБИ горсовета незаконно выдаются данные декларации. Сегодня мы это довели. Мы намерены данные решения передать правоохранительным органам для принятия соответствующего решения. Выигранное дело всего лишь эпизод к полному разрешению конфликта, говорит Оксана Бартилас. Пока шли суды, стройка завершилась, а значит, впереди еще не одно заседание в судах. Женщина твердо намерена отстоять свое право на собственность. Я буду требовать восстановления границ моего участка в тех границах, которые мне положены, то есть защиты моей частной собственности и восстановления ущерба, который нанесен мне срезанием крыши с моего дома. Данный конфликт, к сожалению, не редкость. Люди часто норовят нарушить элементарные правила соседских отношений. Этот долгоиграющий процесс четко продемонстрировал, что найти цивилизованное решение возможно, сколько бы времени и нервов это ни отняло.